Сотрудники МЧС продолжают патрулировать Волгу. Акварейды на реке проводят регулярно. Таким образом, спасатели значительно снижают потенциальные ЧП на воде. В первых рядах риска, безусловно, любители рыбалки и водного отдыха, которых ежедневно инспектируют сотрудники региональной ГИМС. Вода есть вода, она непредсказуемая у нас погода. Здесь, допустим, сейчас штиль полный, через 15 минут может Волга разыграться. Соответственно, когда они двигаются при движении, они должны одевать спасательные жилеты. А еще иметь при себе конец Александрова, теплую одежду и телефон, чтобы в случае опасности позвать на помощь. Бывает погода непредсказуемая, и выходишь в штиле, а потом шторм начинается. В рамках водного патруля у граждан, управляющих маломерными судами, проверяется также наличие полного комплекта документов, судового билета и удостоверения на право управления. Однако есть и исключения. Резиновая лодка, допустим, лодка, маломерное судно до 200 килограмм, у кого двигатели до 10 лошадиных сил, им можно пользоваться без удостоверения на маломерное судно. В ходе рейда рыболовам традиционно раздали памятки с правилами безопасного поведения на воде и номерами телефонов экстренных служб. Только строгое соблюдение мер предосторожности – главное условие предотвращения несчастных случаев.